Каждый метр движения тягача с негабаритным грузом под особым контролем. На прицепе оборудование, которое на годы вперед обеспечит высокое качество столичного бензина. На московский НПЗ «Газпромнефти» доставлена первая партия элементов для самой современной установки переработки нефти «Европлюс», которую построят к лету 2018 года. Габариты аппаратов поражают воображение. Длина каждого от 16 до 30 метров, а общий вес 700 тонн. Само собой, выстраивать весь маршрут по дорогам общего пользования не имело смысла. Большую часть пути они прошли по воде. До подмосковного причала Беседы баржа с оборудованием шла 3 недели, преодолев 1500 километров. Горячий сепаратор, аппараты гидроочистки и депарафинизации для облагораживания дизельного топлива произвели в Петербурге на Ижорских заводах. Европлюс – это практически завод в заводе. Данная установка позволит нам увеличить выработку топлив класса 5, особенно дизельных топлив, и, соответственно, улучшить экологическую ситуацию в регионе Москва. Когда установка Европлюс заработает, московский НПЗ увеличит объем переработки нефти до 12 миллионов тонн в год. Это мощный аргумент. Надежность снабжения столичных заправок заметно возрастет. Причем само производство нефтепродуктов станет экологичнее. Печи переводятся на газ, который как топливо значительно экологичнее. В результате СО2 кратно уменьшается, а СО2 и СО3 практически вообще сводятся к нулю. И это, конечно, чрезвычайно благоприятно скажется на экологической обстановке прилегающих к заводу районов и вообще в целом города. В ходе первого этапа модернизации завод уже снизил выбросы на 36%, а общее воздействие на окружающую среду уменьшено вдвое. Внедряется современная автоматизированная система мониторинга воздуха. И это не предел. Программа развития завода рассчитана до 2020 года. В рамках этой программы мы построим дополнительно установку переработки тяжелых остатков, а также установку биосфера, которая направлена на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Крупные проекты, среди которых установка Европлюс и современные биологически очистные сооружения биосфера, позволят увеличить производство топлива Евро-5 для столичного рынка и снизить воздействие на окружающую среду еще на 50%. Федор Казанцев, Дмитрий Коновалов, Новости 360.